Здорово, солнышки, дико извиняюсь, что роликов не было так долго, я целую неделю болел. Зато за это время вышел платформер, который является хоррором, как ни странно, под названием Little Nightmares 2. Первую часть я, к сожалению, не записывал на канал, но зато мы прошли ее на стриме. Там была главная героиня, такая маленькая девочка в желтом дождевике, пытавшаяся спасти судно под названием «Чрево». Странно звучит, ну ладно. В общем, что там только не было на этом чреве, испепеляющие глаза, жирные гости и повара, вытянутая какая-то страшная госпожа. Игра реально очень атмосферная, Игра реально очень атмосферная, не самыми сложными загадками, и в общем, вот во второй части у нас теперь пацан Моно, почти Момо, у него пакет на голове, он где-то должен эту шестую девочку из первой части отыскать. Я почему-то думал, что тут кооператив доступен, но за нее будет играть типа искусственный интеллект. Вот эта первая миссия, она была в демке. Демку я тоже не записывал, специально хотел от полной версии дождаться. Здесь нас обучают типа азам Little Nightmares, то есть основным механикам, как здесь что работает, куда тянуть можно, куда нельзя, куда можно наступать, куда это тебя распидорасит. В общем, это можно, конечно, скипнуть в теории, но я не буду. Чё, бля, повисли на вот, собирайте ваши башмаки, уёбывайте отсюда, мы играть идем. Вот, к примеру, ловушка. Оп. Он умер! Мастерство перетягивания ящиков, этому тоже, как видите, нужно обучаться, потому что, не дай бог, вы не разберетесь, вы же игру дальше не пройдете, алло. Вообще, конечно, по-хорошему, вам-то в этом и не нужно разбираться, потому что все равно я собирался эту игру пройти. Но вообще, я не знаю, как она зайдет по просмотрам, может, людям вообще уже неинтересно будет. Кейт Little Nightmares-то вышел 2 дня назад, все не актуально уже, можно не проходить, уже все сами прошли. Все, бежим из этого несправедливого мира кататься на петле, я ебал. Нахуй мы проходим Little Nightmares? Какой в этом смысл? Ну вот эти загадки вот с кручением вот этой хрени, ну вот как можно в этом не разобраться? Ну вот, я понимаю, что это обучение, но я что, похож на тупого, что ли? Блядь, да кто тут ловушку-то поставил? Кинем туда ботинок. Все, обезврежено. Я специально попался, чтобы вам показать, что будет, если попасться в ловушку. Они тут опять капканы поставили, пытаются меня подловить, но я не буду на них прыгать. Я, как умный человек, возьму палочку и засуну в капкан. И пальцем проверять не буду. Шишки какие-то еще разбросали. Нахуй они тут... Блядь! Ладно, если что, ловушки с капканами не было в первой части игры. Все, с меня спроса нет. Я не мог знать, как они работают. Ничего не пишите в комментариях. Чью жопу не откусили. Но, в принципе, такими темпами можем постараться сегодня далеко куда-нибудь пройти, а я потом сделаю смешную нарезку смертей. Я вообще не буду останавливаться, я буду опираться на опыт первой части и просто бежать, куда вижу. Ага, мы нашли ее. Шестая, вставай нахуй, работать пора. У нее почему-то нет дождевика, но мы просто сейчас ее накажем за это. Шестая! Джонни пришел! Тихо, тихо, спокойно. Топор я положил, я не кусаюсь, вылезай. Давай, давай, иди сюда, сеструха, мы вместе с тобой горы свернем. Смотрите, какая милая игра, и не поверишь, что тут дохнешь на каждом шагу, да? Стой ты не так быстро, у меня ножки коротенькие. О, званый ужин, здравствуйте. Че, из 7-го Resident Evil прямиком сюда, да? А стоп, или из 6-го? По какому резику я вообще сюжетку делал? Кто-нибудь вообще помнит? Кто-нибудь смотрел меня тогда? Ладно, побежали наверх, похуй вообще. Куда ты лезешь? Сама ничего не можешь, дорогу сюда. А ну-ка, подсади-ка меня. Оп. Тяни, тяни, давай! Чё за звуки страшные? Погнали туда. Помогай, помогай толкать, солнышко мое, зря мы что ли в обучении эти ящики блядские передвигали. Будут времена и получше. И сразу же загадка с рубильником. Прям как там нужно было крутить, и здесь надо крутить, только какая-то мразь ручку спиздила. Ничего, сейчас найдем.
Но это хорошо, что они вместе работают на самом деле. Пропала вот эта вот какая-то атмосфера полного одиночества из первой части. Бабка-рубильник, спите, бетон, карга старая, зачем оно, отдай? Сиди, пенсию жди. Так, смотрите, она крутит. Поднимается этот мешок. Я по нему залезаю. И достаю до ключа. Вот такие загадки, которые сразу решаются, это по мне. Открыли. Свобода! Но тут чьи-то следы. А вот и чьи следы. Ниточки привели туда, куда нужно. Клубок распутался. Это охотник, короче. Я читал здесь про монстров и про локации. Уже в Википедии игровой все написано по второй части. У него, короче, ружье, и он вообще не это, не любит малышей, как я понял. Да-да-да-да! Опа! По-моему, нас заметили. Ой, блядь! Зачем ты дуплетом каждый раз стреляешь, чучело? Выстрели один раз, потом второй, если ты такой косой. Господи, какой же это охотник тупоры? Я застрял в камнях! Чё мы тебе сделали, дяденька? Слышишь, дай дышать, дай идти. Тихо, тихо. Ворона черная, хуета, уйди отсюда. Кш, кш. Блять, он нас заметил, бежим. Бежим обратно. А! Миссия из Call of Duty в Чернобыле. Ползем, ползем в травке зеленой. Он не может смотреть вечно. Он не может смотреть вечно. Фу-ху-ху-ху. Неплохо. Ты что делаешь, ёпта мать, он нас в нору загнал, еще и стреляет сюда. Шкурку испортишь. Мне почему-то это даже больше нравится, чем первая часть. Хотя первая часть, она такая более каноничная должна быть. Я перепрыгну. Алло, 26-я, помоги мне, я сам не допрыгну. Держи, брат, не бросай, брат. Спасибо, брат. Сестрат. Опять это чудовище. Дай жить! Дай дышать, сука! Что мы тебе сделали? Иди на уток охоться! Психованное пугало! Спасибо, телек! Такие сцены нарочно не придумаешь. А, держи! Не бросай! Фу, а! Беги, сеструха! Беги, оно ёбнутое! А, нет, только не в говно! А, я панк, все нормально. Шш, не дышите. Все под контролем. Враг нас не видит. Мы сидим в луже ёбаной. Ну, то есть вы прочувствовали, да, здесь экшн-сцены? Это не просто какой-то хренов пазл. Это, блядь, Little Nightmares. А, в школе расскажешь этот пень неразрушимый. Чем мы на этого дурачка дерево свалим? Чё, думаешь, самый умный, да? Ну почему? Ну почему оно не на него упало? Да у меня уже сил нет кричать в этой игре. Тихо, ползем под говно, и он нас не заметит. Вороны ни звука. Ну конечно же. Ну конечно же. Он увидит нас и услышит через километр. Быстрее в домик, быстрей, быстрей, быстрей. Смотри, что нашел. Ружо, 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 быстрее, сеструха, помогай, помогай, сейчас мы ему разрядим, въебало. Бум. И жизнь оборвалась. Чё, чайник закипает? Погнали, дверь это плод. А баба из Ю. Мы чё, получается, локацию, что ли, так быстро пробежали, когда мы успели-то? Вроде что, несколько сцен, а уже это, а уже закончили. Если вот я не ошибаюсь в прочитанном, то они сейчас, по идее, плывут в
бледный город. Там пошлая Молли живет. Побежали, побежали, побежали! Высадка в Нормандии под пулеметы! Какой-то черт стоит черный. Все такое мелкое, ничего не вижу вообще. Мне ачивку дали, а на записи этого не видно. ОБС, ебаная, блядь, программа говна. То звука нет, то рассинхрон. Дни слезы от тебя. Бледные, бледные улицы. Так, здесь какой-то обрыв, но я не совсем долбоеб, что туда прыгать. Я же каждый раз знаю, чем это закончится, но почему я пытаюсь? Тихо, я в эфир «Россия-1» вхожу, сейчас будет самое главное. Самое главное о важном. Чей же дом на экране? Чей это дом, Мона? Ответь мне. Чей это дом, Мона? Ответь мне. Чей это дом, Мона? Ответь мне. Давай тогда следующую локацию проходить. Я не знаю, что еще делать. Здесь контента на 5 минут. А следующая локация может быть слишком большая, из-за этого ролик растянь. Нет, ну с другой стороны, большой ролик все равно лучше, чем маленький ролик, правильно? Слушайте, это школа, это будет сложно. Посмотрите, какая физика в этой игре. Качельки качаются лучше, чем в Киберпанке. Во, мне вот такими вот качелями железными в детстве голову проломили. Мне еще тогда озарение пришло, когда я без сознания лежал, что надо канал на Ютубе будет создать. И вот посмотрите, во что это все вылилось. Есть вещи намного хуже смерти, например, инди-хорроры, которые меня теперь всю жизнь будут преследовать. Эти рубильники! Уа, так это не школа, это детский приют. Я сироткам свет выключил, да что ж я за мразь-то такая? У меня, кажется, есть идея. Да ну нет, ну до этого догадаться просто нереально. Ну я реально минут 15 бегал, там все банки какие-то искал, а все так просто. Здесь пытали кого-то, мой ум пытали этими загадками, головоломками. Нахуй школу, нахуй приют. Вот эта загадка по мне, пробел долбишь, все получается. Только перед локацией хотел сказать, что у нас какой-то спидран получается. А блин, эти головоломки стали сложные в одночасье, и все, замедлились. Ой, сейчас страшно будет, ой-ой-ой. Ведром они меня сбить решили в школе, вот в этой расскажете. Мы уже натренировались, нас такими хуйнями не возьмем. Там какой-то уродец от нас убегает, ну-ка стой. Ага, видите, уже все, не могут поймать, слишком быстрый Момо. Теперь можем сюда пройти, спасибо большое. О, уточка. А! Мне кажется, у меня талант собирать ебальником просто каждую ловушку, которую в этой блядской школе поставили. Это западня! Блядские дети устроили ловушку. Да как так? Ну все, они нашу 36-ю, походу, похитили. Сейчас ее спасать всю игру будем. Вылазь уже, Момо, у нас работы по колено. Ща я тебе поиграю, говнатый кусок. Нечестно. Тупой младенец, ноль. Умный Момо, один. Нам ключ с вами нужно найти. Ага. Так, бля, тихо, может, она не заметит. Если что, болел неделю, я не пойду отвечать, я не знаю нихуя. Я боюсь, что мы уже столько от урока прогуляли, что лучше вообще это на глаза не показываться. И дальше сидеть болеть. Ой! Бля, что я наделал? Быстрее, быстрее, все, ключ! И в норку, и в норку, и в норку! Хера у нее шланг. Я помню, в фильме «Война миров» такая же сцена была. Страшно, конечно, жить. Можно мне домой? Понял.
Не, все-таки выйду, мне домой надо. Светлана Ивановна, блядь, да я пересдам потом, пожалуйста, пощадите. Дайте бежать. Я, блядь, сдам на занавески, я все верну, пожалуйста, только отпустите. Она что-то такая тупая, она зачем-то голову свою использует, хотя она спокойно могла меня догнать. Посмотри, дикий, бля. Кто тебя на цепь посадил, пес? Мне так нравится этим детям головы разбивать, я даже не знаю, чем это чувство объяснить, но вот оно какое-то это удовлетворение приносит. Интересно, она в вентиляцию может залезть? Ай. Это плохой знак, мне кажется, это очень плохой знак. Вылезает такая: «Я не договорила!» Они специально расставили эти банки и прочую хренотень на дороге, чтобы ты шел, сбивал ее. Она так своей шею вытягивала и смотрела, что происходит. Да, приснится же такое, а. Этот жираф меня и в библиотеке будет, что ли, преследовать. Дай спокойно знания получать. Дай жить и учиться. Значит, лестницу мы перетаскиваем сюда. По ней забираемся и все. Бежим получать учебники. Да дай учиться, блядь, Светланы, нахуй, выебать вас в сраку, Ивановна. Хватит меня жрать каждый раз. Это вот в очередной раз поднимается вопрос школьного питания. Почему там настолько плохую еду дают, что даже вот это чудовище ненасытное остается голодным и жрет меня постоянно. Блядь, дайте там поварёшкой поебалу кому-нибудь. Но это теперь не закончится, она не отстанет от меня. Она теперь просто будет по пятам ходить, пока не поймает, не переломит шею и не высосет все соки из меня. И все это потому, что я прогулял геометрию один раз. Блять, ну и страхоебина. Ладно, перед смертью не надышишься. У нас есть только один вариант, это просто двигаться вперед. Опять замок. Вкусно сейчас загадок поедим с вами. Ребус с шашками. Вот это мне нравится. Твоего мелкого урода распяли и сделали фигурой. Короче, вот и план. Нужно поставить фигуры, как сказано здесь. Так, у нас есть голова слона, теперь хуй этот уебок по диагонали сходит. Смотрите, последняя фигура получается тура. Какая же легчайшая загадка, величайший грандмейстер. Вы, наверное, думаете, что эти загадки долго решал, бегал туда-обратно, искал там, как, куда, что вставить, поставить. А смонтировано все так, что выглядит быстро, да? Да, а как вы хотели-то? Что ж было за этой дверью? Сейчас мы узнаем. Вскрываем лутбокс. Опять какой-то коридор параша. Наконец-то кухня. Сейчас мы покушаем семидневный кисель. По одному, сукины дети, по одному. Мощь половника поварихи Зины, подобно молоту Тора, сражает врагов. Ёпты. Он на голову надел отрубленную голову ребенка, а так можно было? Ребята, смотрите, я теперь один из вас. Ура! Я такой же полоумный ублюдок, как и вы. Сука, обезьяна. Теперь понятно, почему эта учительница такая злая и почему у нее шея длинная. За этими ж уродами глаз да глаз нужен. Но вообще конченое зверье, отродье. Конченое поколение. Вот я в ваши годы. Вот я уже в 10 лет, Ай-яй, моя головушка. Здесь мозг нужен только для того, чтобы им в кнопки кидаться, серьезно. Там уже наша старая знакомая сидит, вон жаб переклад. Нахрен тебе эти жабы-то нужны, сама как жабы старые уже. Давай, иди, у нас тут миссия важная, спасти рядовую шестую и еще и это, со школы сбежать. Они хотят, чтобы я это по стелсу, что ли, проходил, серьезно? Потому что я вот сейчас попытался два раза мимо пробежать, она меня, блядь, догоняет своей головой огроменно и просто кушает. Я даже не знаю, что страшнее, быть убитым или быть съеденным.
Вот мне кажется, после такой крепоты школа еще очень долго будет сниться в кошмарах. Ты будешь просыпаться в холодном поту и понимать, что длинная шея и, блин, непересданные двойки где-то рядом. Окей, не хотел этого делать, но мне кажется, придется еще раз воспользоваться молотком. Воспользовался, проверяйте. Так, хорошо, здесь нажимаем. Это берем. Этого убиваем. Эту дуру тоже. Все восхитительно. Как пирамида головой свой огромный тесак по школе тащит, так и этот моно-молоточек, круша все на своем пути. Да ебаное ведро ты, блядь! А ну, пиздюшня, расход! В ад, суки! Держись, солнышко, я рядом! Шестая! Здорово! Это я, Мона, я пришел тебя спасти! Не смей умирать, самурай, мы, блядь, уже почти выбрались из этой говношколы! Погнали! Они так старались запрятать ее, но в результате даже чувак с пакетом на голове смог найти место. Конечно, он умный, он себе две дырочки проковырял под глаза, но, блин, все равно как-то обидно немного. О, мы, походу, кстати, школу покидаем. Ага, покидаем рано, я обрадовался. Солнце еще высоко, работать, сукины дети! Крутить рубильники, подымать пианино! А как вообще Моно смог поднять пианино, крутя рубильник? Он что, такой сильный? Ну ладно, ломать не строить, как говорится. Какая разница, все равно в следующем году на ремонт опять скидываться. О, смотрите, что делает шестая! Она отвлекает эту ебанину, чтоб я мог ее со спины добить. Это же просто гениально. Кто-нибудь вообще ведет список погибших там и так далее? Ладно, ничего не поделать, я оправдываю это тем, что во благо. Ну или там одним больше, одним меньше, какая разница? Башмачник еще этих кукол настряпает хуй пойми сколько. Так, у нас тут великая музыкантша сидит и гениальная сочинительница текстов. Лучше не будем ее беспокоить, потому что, мне кажется, это не очень хорошая идея. Давайте пока она играет под это, под шумок будем рубильник двигать, потому что, мне кажется, если сделать это, пока она не играет, она встанет и ам, и все. Так, шестая перебежала. Надеюсь, она не сильно расстроится, что я у нее тумбу спиздил, но, типа, мне нужно назад теперь подняться, я не знаю, как это сделать без нее, извините. Спокойно, тихо, без резких движений. Нас здесь никогда не было, мы просто идем дальше. Ух ты ж, блин! Ах ты ж, блин! Шестая толкает эту хуйню! Светлана Ивановна, не надо! Кто ей голову, блин, маслом намазал? Как она пролезает в такую узкую вентиляцию? Не, ну такое, конечно, забыть тяжело. Я даже не знаю, что здесь сказать. Это просто жопа какая-то. Мы буквально на одном дыхании через эту школу пролетели. Ну, в общем, вот так у нас закончился учебный год. Я не знаю, дальше проходить, не проходить, понравится, не понравится. Пока все, большое вам спасибо за просмотр. Обратите внимание на описание, там все ссылочки. Вступайте, подписывайтесь. Ну, я с вами прощаюсь, ровно до следующего видео. Как всегда, спасибо за просмотр. Ну и как обычно, счастья вам!